21 сентября состоялась церемония награждения победителей первого всероссийского конкурса «Звезда ЮИТ», организованного Госавтоинспекцией МВД России совместно с редакцией всероссийской газеты «Добрая дорога детства». В конкурсе приняли участие более 2000 юных инспекторов движения в возрасте от 8 до 18 лет из всех регионов России. По итогам конкурса в общем зачете первое место заняла ученица Одинцовской лингвистической гимназии Таисия Скоморохова. Победительницей номинации «Голос ЮИТ» стала ученица Звенигородской школы номер 1 Полина Иванова.